Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Чернов Александр Владимирович. Я научный руководитель ведомдошколы «Карл Шторц» в России и странах СНГ. Хочу вашему вниманию представить клинические случаи артроскопической стерной помощи при разрыве передней крестовидной связки у собаки. Обратите внимание, сейчас я пальпационным щупом обследую место отрыва крестовидной связки, а именно тибиальную ее часть, и при этом я сразу же использую шейвер для того, чтобы зачистить это место. Обратите внимание, что сразу же был обнаружен разрыв медиального мениска по типу ручки ведра. При этом эта самая ручка ведра, она ушла в латеральную сторону, и этим обусловлен такой не совсем понятный вид внешнего расположения менисков. Сейчас я шейвером убираю эту самую оторванную ручку ведра, зачищаю достаточно хорошо, и перед нами вы видите заднюю крестовидную связку, совсем интактную, очень хорошего строения, неповрежденного. Далее с помощью шейвера обрабатываю разорванный мениск медиальный. Обязательно выполняю релиз медиального мениска на границе дорсальных двух третей от вентральных. Использую лезвие 11 номер и с помощью шейвера уже диаметром 2,5 мм пытаюсь зачистить через медиальный доступ, введенный шейвером, оторванные и освобожденные участки мениска. Зачищаю более детально разорванный мениск и перед завершением процедуры обследую сустав. Спасибо большое за внимание. До новых встреч.